друзья, продолжаем мою реконструкцию Санкт-Петербургского оборудования. За два месяца здесь кардинально все поменялось очень сильно у нас. Вот сама зона мойки приобрела вентиляцию. Поставлены стеклопакеты справа-слева. Зашиты фасады сверху. Снизу тоже скоро зашьем. Установлена мойка. Вот, здесь пока оставили технологическое отверстие небольшое. Идет кусочка бетона. Готовимся к сдаче. Впереди у нас тоже подготовлено помещение для монтажа лифта. Здесь все уже фасады. Установлены двери, монтировано отопление. Вот, в общем, здесь уже тепло и весело у нас. Как раз так получается. Вот. Здесь тоже смонтированы двери.